Да, сука, умри. Алло, не хочет умирать. Да, хорошо, спокойно. Может, останемся внутри здания, все равно нужно документы забирать, там, засядем где-нибудь. Да. Слушай, а мы хаммером прикрой вход. Второй еще перекрой. Один перекрываем, другой чекаем. А вы не думаете, что можно через окно перешагнуть? Нет, они просто умные, они думают, типа, ага, а секунду нужно выбить, чтобы через окно перешагнуть. Противник там, блин, надо еще? Ну тогда не знаю. Тогда едут, едут. Едут? Восток. С восточного направления на юг едут. Или это хамик наш едет? Я тут еще. Свои или не свои? Понятно. Блин, чё бог не вздыхает? Я вижу, что он в здании. Кто на первом этаже этого? Короче, от гостиницы возьмут 80, далеко удаление, там может 900 метров. Какая-то там телега катается на горизонте. Рыба, эмка. На свои. Это тоже ты бот? Нет, сюда. О! Готовьте в жопу. Да, АГС на юге. Они на побережье. И машинка едет. Пехота там. С юга едет к нам. Тигр, тигр. Есть РПГшку там? У меня есть. Да-да-да. С юга едет. С юга востока чисто. Она по берегу. По берегу едет. Далеко пи***. Да уже здесь. И пехота осталась у нас на юго-востоке, около берега. Машину вроде остановил. Бля, промах. Мимо. Пехота идет. Вдалеке. Принял, враг на юге. Убейте меня, я вот за куртикой сижу. Как стрелять из МТ? Что такое МТ? Ну вот у меня МТ 163 с ним стреляет. А я целюсь, и она не стреляет. Я угнал тигр. Жди. Я угнал тигр. Чтоб гони его к нам. Тут один человек был, я его убил. Понял, значит остальные идут оттуда, откуда он приехал. Ты, а ты он врезался, с АГСом? Да, он с АГСом совсем. Пуст. Я, блин, кто на этот, на стрелке сидит? Походу эти рандомчики несут идут. Я все кончу, Хаммер свой? К нам Хаммер с юга приехал, не знаю, свой не свой. Хаммер. Жестко как-то. Я подъехал, не хотел что куда-то. Меня, Хаммер свой? Хаммер свой? А чё он не отзывается? Не знаю, да. Они там бусман с дутизом катаются, я не знаю. У тебя убили не Хаммер, а пацаны. Меня-то свои убили, алё. Меня-то свои убили. Ты вообще за третью сторону считался? Ты своих положил и меня уложил, идиот. Да? Я как бы, да, бота убил одного и тебя еще. Я там АГСом пытался покрыть, но... Дутис едет на прорыв, небось. Чтоб его сейчас кто-то с трубы жахнул. Руковки убьют. О, прямо на пацанов с РПГшками едут. Кто? Дутис. Бусманом. О, смотри на неадекватно. Смотри!
один скончался. Один, понимаешь, не пробьет. Ну, ну, ну. Выход первый. Смут горит. Смут живой. Восстание из ада. Кто выжил? Мы видели. Мы видели. Ты зачем меня убил на тигре? В смысле, я тебя убил все-таки? Да. Ну, я молодец. Я свой был. А он, а хуй ты делал там? Слышишь, он его захватил. Засчитается за этого самого. За лигу, нет. Он засчитается Бусману статистику как противник. Сейчас Вилс убьет, скорее всего, Дыкина. Маленький раз, пацаны, что за говно? М-ка не дамажит. Разрядился спидера, он выжил. Или кто там сидел? Разрядился Вилса, он выжил. Нет, ну типа... Дыки за ног, нет. Я типа разрядился по полу. Офигенно отдыхаешь. А мне, кстати, фарги засчитали. Я убил стрелка, который был на пулемете. Кстати, пацаны, нахрен мы с КВД ушли, а? Вопрос такой интересный. А можно бутылку водки дать ему задать? Кого дать? Бутылку водки ему в руки. Эй, Бусман, алло. Шо? Хрен вы это, ушли из КВ. Зенит, Бусман. Чё вы с КВ-то ушли? Да вы пиздели много. Едет М2, стреляет по городу, я такой, ё-моё, чё за говно, чё происходит? Когда я работаю по М2, такой, да думаю, да нет же свои, да чё я работаю? Я такой, Дутис, Бисмут, ай, рандомчик, и, короче, пошёл фрагать, нафиг. Выхожу, вижу, как, короче, у вас труба раскладывается, я такой, ё-моё, пацаны, да вы чё? И у меня, короче, когнитивный диссонанс появился, то ли по вам работать, то ли по врагу работать, короче. А чё Дутис там высматривает? Или он батю ищет? Батю? Батю ищет. О, всё, Юки убили, Махно. Ну, всё, гаплых. Ну, всё, победа. Паша. Всё. Рублю. Пацаны, короче, красава, блядь. Да не руби, они не найдут документы. По своим вообще нормально стреляют. Так в плане не руби, а толку один даже не руби. Не руби, подожди, они. Спит и двое же еще. Ну ладно. В плане двое, кто еще? А, да туз еще в плане. А кто меня, кстати, убил? Этот что ли? Бял? Махнат. Вон, вот слышишь, вот залети, бычь в камеру говорю. Залети на первый этаж и найди документы, вот найди. Как это сделать? Спектатор на пробел. Пробел. Ничего не помогает. Пробел. Еще раз пробел. Тап, нажми сначала, список скрою. Ничего не работает. У тебя список сбоку есть? Нет. На первом этаже? Ну, да, бывает, на первом этаже. Там еще М-ка лежит такая. Ну что, пацан, руби. Не руби, не руби, они их не найдут, подожди. Могу еще что-то поставить. Давай, руби. Я-то пойду. Чё,